Нет, я хочу улететь на юг. О, ребята, привет! Привет! Человек на юг собрался. Да, как другие птички. На юг полечу. Ты чего, Жорик? Что там, знаешь, как тепло на юге. Вот все же птички улетают, но не все там улетают. Да нет, Жорик, садись. Вот тебе каркушу, держи. Я тебе сейчас все расскажу. Давай. Птицы улетают, ты думаешь, птицы улетают в теплые края из-за того, что у нас холодно? Да. Ребята, вы тоже так думаете? Нет. Птички улетают, знаешь, из-за чего? Из-за чего? Вот некоторые птички просто вот кушают разных букашек, там, таракашек. Ну, а вот зимой букашки, таракашки все прячутся куда-то, и птички остаются без пропитания, поэтому они улетают в другие теплые края, чтобы кушать. Не умереть от голода. О, да, я думал, они просто улетают, потому что холодно. А вот, например, смотри. Птица такая вот есть. Какая? Аист. Аист. Как вот. О, да, знаю. Да, цапля. И цаплю знаю. Да, они же питаются. Чем они питаются? А они питаются лягушками, я знаю. А еще всякими рыбками маленькими и всякими букашечками. Да, правильно, ребята, правильно. Правильно. Вот, а когда водоемы замерзают, как им достать этих лягушек, рыбок? Рыбки, они вообще там плавают. Вот. И молчат, и все. И молчат, да. И вот. А я думал, как, почему они улетают? Да, почему улетают? Некоторые кушают даже птицы мышей. Мыши? Да, ребята, знаете, мышки такие пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Некоторые птицы их кушают. Вот. Ну, а когда наступают мороза, вот, холодно, мышки, они знаешь куда? Куда? Они вот туда, глубоко под землю. А в норки, наверное, да? Да. Ага. И этим птичкам ничего не остается, как улететь в теплые края и там себе искать пропитание. Ага. А получается, тогда у нас остаются птички каркуши? Да, каркуши, да, просто каркуши. Они просто каркуши. Эти каркуши, они везде найдут пропитание. А знаешь что? Я вот читал, что вот у птичек, да, вот между перьями определенных вот такой вот создается воздух, он теплый. Вот между перьями, и поэтому им тепло. Вот у собачек есть шерсть, а вот у них же нету шерсти. У них зато есть перья. И вот между этими перьями создается определенный горячий воздух, и вот этот воздух им помогает не замерзнуть. О, молодец! Вот, да. А ты вот все-таки знаешь, почему каркуша не улетает на юг? Ну нет, не знаю. Не знаешь? А вы, ребята, знаете? Потому что знаете, почему она не улетает? Потому что она плюшевая! А вы знаете, почему настоящие вороны не улетают? Нет. Я знаю. Вороны, они вообще находят пропитание себе везде. Даже ищут в разных отходах. Ничего себе. О, да. А, на отходах, которые оставляет человек, да? Да. Ага. Они вот так прилетают, вот, хап-хап-хап-хап-хап. Ага. И все, довольное, покусало, полетело. Они вообще, смотрю, умные. Ворон. Да, все птицы умные, вот так, да. А я видел даже, когда ворона проволочку несла себе в гнездо, укрепляла. Правильно. Теперь давайте спросим у ребят. Давай. Про что мы сегодня говорили? Мы говорили, что птицы улетают на юг. А зачем птицы улетают на юг? Потому что у них нету еды зимой. Да, потому что многие птицы питаются мышками, да. Лягушками, там, таракашками, ну вот, и они улетают из-за того, что им нет здесь пропитания. А не из-за того, что птичкам холодно. Птички, они бы выдержали наши холода. А некоторые остаются. Это ой, смотри, я уже заговорился с тобой, Зорик. Уже самое время смотреть мультфильм, а потом идти умываться, чистить зубы и ложиться спать. Давай, ребята, будем смотреть мультфильм.